Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кирилл Геймер, Дэн, Фуфил Шмерц, Солдат, Джози, Санёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня очень классная серия, потому что будем убегать от аниматроников на машинах. А аниматроники не простые, а с фильма «5 ночей с Фредди». Если тебя текушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. Пацаны, он бежит, будьте внимательны. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Обязательно залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Второй. Да что так быстро? Я вижу, его машина ехала, он выпал. Ну ничего, ничего, Гусонек, я тебе ж не они. Я ж буду хорошо играть, ты понимаешь, да? Нет. А он медленный, по сравнению с машиной, он очень медленный. Четвертый. Там даже кто-то закашлял, ё-моё. Гусанёк сегодня... Эй, тихо, тихо, не подписывай, тихо, не подписывай меня. Мы же должны выиграть. Гусанёк! Ой-ой-ой! Нет, так не работает против меня. Я же псих, вы понимаете? Я лучший игрок Гаррис Мода. Кто останется последним, будет победителем этого раунда. Ну, скорее всего, это я буду. Смотри, насколько я быстрый. Нет. Ты даже догнать меня, Гусанёк, не можешь, понимаешь? Ребят, вы видите? Да нет, ты меня не поймаешь. Перекличка, кто еще живой? Да, оно и так видно, машины посчитай. Да. Я не умею. Ясно, я... Еще одного убил, вы что, сговорились что ли? Я выиграл что ли, я последний? Нет, да. Нет, нет, я еще. А-а-а, фуфлик. Нет, Гусонек, это так не работает против меня. Работает. Нет, ё-моё, нет, я... Да, блин, а что вы как каменные, блин, вас не убить никак. А он еще взял дрифтовую машину, смотри, никто его убить не может. Как это он же... А, вы видели, как смерти происходят? Получается, его убивает, еще труп какое-то время едет в машине. Хорошо, давайте второй раунд я начну, чтобы было интереснее. Ребята, я возьму Фокси. Фокси очень быстрый, очень. Смотрите, какая у меня скорость. Хотя, мне кажется, у них плюс-минус одинаково, да, скорость, Гусанек? Не знаю, наверное, да. Так, скажите, когда будете готовы, потому что я уже прогрел свои копыта, чтобы вас мочить, и заточил крючок. Буду всех вытягивать с машины и наказывать. 3, 2, 1. Я начинаю мочить. Гусанёк, у тебя синяя машина? Невидимая. А, невидимая, хорошо. Колеса хоть видно? А, я вижу... Вот, ты, Гусанёк, я тебя первого убью, не обидишься сильно? Это сейчас ты... А, да, вижу, вон гусь на башке. Гусанёчек, ну смотри, как ты сейчас умрешь. Ты далеко, даже давно не играл за аниматроника. Пора тебе сливаться. Так, 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 теперь смотрите, теперь он не, отсюда не убежит. Кому ты врёшь? Блин, да ну ты быстрее меня намного, тяжело тебя догнать. Хорошо, будем тебя ждать здесь. О, я могу под водой быть. Во, теперь вы не знаете, где я выйду. Гусанёчек, ну ты понимаешь, что все, тебе жипа. Вот он, вот он, вот он, я вижу. Смотри, сейчас он поедет на горку, он там немножко затупит, я его это встречу. Я не Гусанёк. Это все вы там. Сейчас вы окажетесь в одном месте. Вот смотрите, вот Гусанёк едет. Вот он затупил. О чем я и сказал. Это не ты, не ты. А, у вас тоже невидимые машины там. Я же вспомнил. У тебя же гусь на башке конченый. Вот, смотрите, все. Он уже отсюда не выйдет. Прощай. Ты был хорошим человеком. На. Отлично. Давай следующий. Я сейчас в следующий раунд буду очень классно выживать. Так что это будет сильно. Вот еще один. Прощай. Балди улетела, твоя машина уехала в небытие. Ого, ты крякнул. Я когда убиваю, такие звуки издаю, как будто гусь дохлый. Так, подожди, я же... А, я знаю, где Гусанёк. Вот он, я думал, он за домом, он, в принципе, в доме. Вот он едет. Сейчас он где-то тут затупит. Сейчас, я сейчас наблюдаю. А, вот, они сами ко мне приехали. Пацаны, ну что? Хорошо, едь, едь. Все умрете. Тут три аниматроника. Вот. Смотри, смотри, смотри. Ну что, последние твои слова. Кто ты, ко мне бежишь? Вот. Я убил, смотрите. Да ладно, как это работает? Он просто мимо проезжал и случайно нажал удар. И он умер. Блин, Гусанёчек. Ну ты не должен выиграть в этом раунде, понимаешь? Не должен. Отлично, убил еще одного. Я вижу, он сюда поехал, давайте мы его здесь встретим. Так, ждем его с этой стороны, смотрите. Вот он, вот он, вот он! Стоять! Быстро стоять, говорю тебе! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Хорошо, блин, ну машины намного быстрее. Если вот так в поле, прям в прямом, очень сложно убить. Он утонул, ой, да?
Ты его убил, я вижу, все. Отлично. Так, подожди, а кто еще живой? Санек, ты живой, и кто еще? Я. Так, двое человек. Хорошо, хорошо. Вот я вижу, гусенек едет, смотрите, сейчас я его здесь встречу. Он думает, что это все просто так. Я должен принципиально его убить. Не последнего. Подожди, а где он был? Я же только что его здесь видел. А, ах ты жопа, ты меня обманул. Хит. Убили? Молодцы. Молодцы. Твоя невидимая оконченная тачка тоже слилась. Так, кто еще остался живой? Вот он, смотрите. Ах ты, есть! Убил. Отлично. Нет. Да блин, это еще когда едет машина с убитым человеком, это смешно смотрится. Так, пацаны, третий раунд. Сейчас я должен очень хорошо играть. 3, 2, 1, погнали. Димас, я с тобой, мы умрем вместе. Давай. Так, он уже бежит за мной. Он бежит, я вижу. Это так не работает, смотрите. Опа, кассажоу. Во, вот это место самое лучшее. Пацаны, только пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы он мучился и не мог долго никого убить. И будет ролик идти 40 тысяч часов. Давай. Нет, это так не работает, я быстрее тебя, смотри. Не догонишь, не догонишь. Ребята, никого еще не убил, это же круто. Вой, красиво переземлился. Ну, давай будем кругами ездить, я согласен, давай по кругу. Так, куда он побежал? Да, я стою. Это самое долгое выживание. Третий раунд самый удачный, потому что пацаны уже все потренировались и понимают, как убегать. Пацаны, едьте, он едет, бежит за вами. Быстрее, бегите! Ой, убегай, уезжайте! Быстрее, Гусалек, ты сейчас умрешь! Ну, быстрее, ну кто там в тупик? Кто-то в воду упал, ну что вы делаете? Ну, пацаны! Ну, ё-моё, хорошая попытка у вас. О, Кирилл Геймер слился, отлично. Блин, когда уже несколько аниматроников, сложно выживать. Реально сложно. Но мы сможем. Мы же лучшие, правильно? О, гусенек-то тут, и нормально все. Так, все, наблюдаю внимательно. Гусенек, если что, инфу, где кто. И он поднимается наверх. О, нет, его нету. Еще, это что ж такое? Что вы такие все психи? Я должен в этом раунде затащить. Я прям чувствую, как у меня выигрышный момент сейчас будет. Я никого не вижу, пацаны, вы видите кого-то? Я Голден одного Фредди, поймал. Голден Фредди к нам поднимает. Фредди, быстрее! Так, тебе надо тут по кругу просто ездить очень быстро, они меня не смогут поймать. Не-не-не, это так поймали, не работает. Нет. Еще одного, это что такое? Ну, Джози! Да ё-моё, ну машина, ну конченая машина, ну едь! Не убили! Убили! Блин, я раз не понял. Да что у меня машина? Бордюр фуфлыжный помешал мне. Я должен по-любому выигрывать. Ну должен. Ну не буду я ж проигрывать всегда. Ой, я такой медленный, как кусок говна. Давайте возьмем все-таки. О, все за Фокси, а я буду за Боньку бегать. Бонька тоже. Нет, Бонька как кусок говна бегает. Бонька, он медленный. Вот кого я возьму. О, тоже быстро бегает. А кто живой? Мы всех убили, что ли, опять? Гусенек. А, вот гусенек, я вижу, летит. Все, я его тут встречаю. Даже если он одного проедет, он меня не проедет. Гусенечек. Так ты жоп, то как ты проскочил через воду прям? Проехал. Изи-изи. Изи-пизи. Так, пацаны, встречаем. Бегите все туда на горку. Изи. Смотрите, знаю гусенька, он сейчас будет назад возвращаться. У меня чуечка прям. Он где-то вот тут... А, нет, все-таки он поехал туда. Хорош, хорош. Стоять! Ну, стоять! Да что ж такое? Мочите, мочите! А что у него за машина конченая такая? Все, он умрет. Смотрите, убили его. Все. Так, ну что такое? Ну, пацаны, ну мы не можем его убить. Признайся, что я самый лучший в Гаррисмоне. Ты пока мисс лучше всех выживаешь, понимаешь? Ты побил рекорд. Так, надо его как-то обмануть. Сейчас его там или узамочат, или я его все-таки здесь... Он вот он! Прыгает. Санёк, настой! Ну блин, да что я такой рахит, не могу догнать его! Ну мочите! Поймали. Убил. Отлично! Отлично! Всё, опять начинает. Ну, Санёчек, хочешь начинать или другому даешь свой? Хочу. Вот, хочу, хорошо, хочу. Давай. 3, 2, 1, погнали! Давай, Гусанёчек, покажи вещи! Ой, ребятки! Давай, мочи! Еще солдат слился, ребята, вот это классный раунд. Сейчас я точно должен затащить.
где ты за домом? Я не понял, я два дома отбежал. А, в смысле? Я же там, где дальний дом вызывал. А, ты... а я вокруг это, в это время, когда ты ехал, вокруг дома объехал. Я знал, что ты меня не увидишь. Поймал. Да блин, да ну нет, да ну нет, я должен был выиграть. А так ты все равно победил. А я победил? Да. Ребята, я знал, что я победил. Конечно, это был режим крыса называется, но я смог. Ну что, давайте теперь я буду начинать. Сейчас будет решающий раунд. Так, кто у нас в раундах вообще побеждал? Я выиграл. Гусонек побеждал. Кто еще? Дэн выигрывал, да? Три. 2, 1. Ребята, я вышел на охоту, и теперь я уже натренированный. Смотрите, просто профессиональный аниматроник, который мочит всех. Они все наверху, правильно? Правильно. Да, они все наверху. Все, я бегу туда. Пацаны, смотрите, сейчас начинает спрыгивать, один переворачивается, и в это время я его сразу убиваю. Давай. Вот я о чем и говорил. Гусанёк, ты повелся на эту фигню. Ах ты жопа, ты не перевернулся? Нет. Вот блымающая машина. Ой. Прощай! Дэн, сюда. Классно бэкнул. Так, нас уже двое. Мы все, вот. Высанёчек. Ну стой, ну пожалуйста. Что у тебя за машина? Я не понимаю, что это за машина у тебя. У меня... Вот, стой. У меня баги. Давай. А, у тебя баги. Вот, правильно, тарань его. Тарань. Спасибо тебе, что ты помог мне его убить. Видите, как у нас? Должны в одной команде быть, они друг друга мочат. Молодец, моя школа. Подписываюсь всех. Гусанёчек. Ну, гусанёк. Да что ж ты так идеально переземляешься? Ты должен накосячить. Давай, зеленый, тарань его опять. Я хочу его подписать. Так, не надо. Нет, надо. Так, гусанёк поехал за дом, значит, мы объезжаем. Блин, ну я не успею его догнать, у него очень быстрая тачка. Так, а где еще все? Еще ж, по-моему, кто-то заныкался где-то. А, давайте посмотрим там. О, подожди, а может тут кто-то? Блин, ну тут тоже нычка была бы классная, на самом деле. Около воды. Ну, оно видно было бы меня. Или здесь вот нычка. А, нет, сюда бы не заехал. Вот сюда можно было бы заехать на машине, и все, я бы выиграл. Хорошо. Есть еще шансы побеждать. Высунек молодец, просто по кругу ездит. А вот я тебе и подписал. Я не понял. Я сделал вид, что бегу в другую сторону, резко в его. У него машина какая-то очень мощная. Так, давайте будем окружать гусанька. Потому что он сам себя сейчас в угол загонит. Вы, короче, бегите туда, а я сейчас по этой дорожке тоненько, я его там поймаю. Ах ты жопа, сейчас объедет. Я знал. Вот, понесло его. Понесло. Вот его, говно. Может, меня и понесло, но я же... Ты хорошо. А, вот зеленая машина. Есть. Ну все, прощай. Это уже ты не выживешь. Бэ. Классно, когда умирать. Бэ. Че, гусанек, ты опять победил? Ну, все выжили. Да, все умерли. Ты один остался, нет? Нет, еще трое. Нет, еще. А где они все? Что такое? А мы с Дэном в подвале. В каком мы подвале? Ой-ой. Я их нашел. А где, в каком подвале? Вот я вижу, едет Фокси. Сейчас он зайдет. А, он сейчас на ступеньках там закосячит. Ну все, Фокси, прощай. Давай, бэ. 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 Есть, отлично. Фокси убил Фокси. Все сходится. Он где-то заныкался. Гусанёк, ну мы тебя найдем, ты понимаешь, что мы тебя... На мосту, идите на мосте. А, я вижу, вот он летит. Все, давайте все стеной встаем и не пускаем его. Давай, быстрее. И с другой стороны, смотрите, ребята, мы окружили гусанька. Да ты говно, ну как ты это делаешь? Ты что такое? Изи, лошары. Да блин, это было красиво. Потому что я знаю, Грис. Ой, у меня вода шумит теперь что-то. Че за... Эй, аниматроник, не шуми. Блин, гусанек, я должен тебя лично убить, ты понимаешь? Я не прощу это никому, если я тебя не убью. Вот он едет наверх. Так, давайте быстрее, он сейчас тут будет ехать. Так, он за дом поехал. Никуда не поехал, неправда. Ах ты, ладно, все уже. Убили? Лошары, не умеете играть.
Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.